Турки разбомбили самый старый храм Сирии. Древний храм в сирийском кантоне Африн пострадал в результате боевых действий турецкой армии. Храм считается единственным в своем роде и одним из древнейших исторических памятников в Сирии. В результате турецких авиаударов в Африне частично уничтожен 3000-летний храм, самый древний на территории Сирии. Фотографии с места выложил на своей странице в Facebook Сирийский центр по мониторингу прав человека. Как отмечается, по меньшей мере на 60% был разрушен храм Айндара, построенный на террасе, с которой открывается вид на долину Африн. Храм считается единственным в своем роде и одним из древнейших исторических памятников в Сирии. Его открыли в результате случайной находки огромного базальтового льва в 1955 году. Ранее сирийские курды заявили, что Турция бомбит мирное население. По материалам сайта news.com.